Привет всем, нахожусь я сейчас в Харькове, приехали сюда с любимой порешать кое-какие дела. В этом видео будет торговля, но сперва я хотел бы рассказать о своей первой встрече. Прошло все реально очень классно, как для первого раза, я вообще такого не ожидал. Я нервничал, переживал, чтобы хорошо подготовиться, чтобы никого не подвести. Так нервничал, что не взял с собой камеру, снял я на телефон. Вам мини-отчет, взял у любимой iPhone X, снял мини-отчет. Думаю, там все вы увидите, все было классно. Вот сейчас я смонтирую это видео с торговлей и сразу же сажусь монтировать влог с семинара. Всех секретов, конечно же, я семинара там раскрывать не буду. Там не будет полноценный 5-часовой семинар, потому что я хочу сохранить какую-то ценность, чтобы людям реально это было интересно. Я там рассказывал такие истории, которых я никогда никому не рассказывал. Не то чтобы в видео не рассказывал, я вообще не рассказывал даже своим друзьям, своим родителям. И теми историями я поделился с подписчиками впервые. Хочу всех поблагодарить, кто пришел на встречу, за огромную отдачу и за огромную поддержку. Я реально такого не ожидал, мне очень понравилось. Я вот сделал запись о встрече и специально не делал никуда репостов. Я сделал эту запись, как говорил, в моем клубе, потому что вся информация по поводу моих встреч будет только в клубе Instarting. И я вот специально хотел, чтобы пришли те люди, которые реально в этом заинтересованы. И получилось создать очень крутую атмосферу. И меня очень поразило то, что приехало много людей со всей Украины. Приехали с Харькова, с Одессы, со Львова. С Киева было не так много людей. С Днепропетровска, с Запорожья. Блин, спасибо вам большое. Также меня очень удивил возраст, средний возраст. Я думал, побольше будет молодого поколения, потому что им намного проще воспринимать эту информацию. Они уже живут в новом мире, многое понимают, и они не так были подвержены советскому мышлению. Но пришел человек, которому 58 лет, блин, меня это настолько поразило. Приходили мужья с женами, приходили отцы с детьми, были люди, которым за 35 лет. Блин, насколько же это круто. И всех этих людей объединяла какая-то общая аура, общая энергетика. У всех этих людей горел в глазах огонь. Все эти люди хотели меняться, хотели перемен, хотели достигать большего. Спасибо вам большое. Это было реально очень круто. Я уже, кстати, вот запустил продажу мест на Москву. Встреча в Москве будет 2 сентября, сразу же после Тони Робинса. Потому что я хотел собрать людей в выходной день. Потому что Тони Робинс в субботу, 1 сентября. Мы встретимся с ребятами, пойдем на Тони Робинса. Там, я думаю, будет мало людей, потому что так много говорили мне, что пойдут на Тони Робинса, а у меня только там 7 человек, которые идут на Тони Робинса, но ничего страшного. И после этого, 2 сентября, на 3 часа дня, я также соберу свою вторую встречу в Москве. Я думаю, тоже приедет очень много людей с разных городов. Цена билета 4000 рублей, но я и так с этих денег ничего не отобью, потому что я уже посчитал, сколько мне и моей команде нужно будет денег на Москву, на аренду, на проживание в отеле, на Тони Робинса. Там у меня получилось где-то 7000 долларов. Так что это чисто делаю по фану. Блин, но это настолько круто, я вот это делаю. Блин, и мне хочется этим заниматься, реально хочется этим заниматься, я уже говорил людям, блин, я настолько чувствую там энергетику, настолько чувствую эту поддержку, люди все меня благодарят, со всеми общаюсь, узнаю истории, люди все открыты. Моя команда придумала интересный конкурс, люди вот выходили и делились реально жизненными историями, и с каждой этой истории можно взять урок, вся аудитория с этих историй усвоила для себя урок, как жить, как делать так, чтобы всегда достигать целей. Как никогда не сдаваться. Я для себя усвоил очень много уроков. И с каждым разом я убеждаюсь, что это работает. Вы меня тоже учите. Я общаюсь с вами. И я мотивируюсь. Мотивируюсь от вас. Вы мотивируетесь от меня, я мотивируюсь от вас. О, вот, кстати, нашел коридор. Смотрите, смотрите. Вот, видите, да? Как же мне нравятся вот заграничные каналы. Блин, у людей совсем другое мышление. Вот людям это интересно. Смотрите, всякие индексы. Это на Bloomberg. Блин. Вот это реально круто. Так, что у нас по евро-доллару? О, вот доллар немножечко просел. Всегда как-то я так мечтал. Вот я просыпаюсь где-то в шикарном отеле, у меня эти графики, я включаю телевизор, я уже смотрю акции, я уже там набираю своего личного пилота, говорю, летим на другие острова, мне нужно там купить одну компанию. Блин, прикольно, да? Так что жду вас всех на своей встрече в Москве. Вся информация по поводу встреч
только в клубе Инстардинг. Жду тех, кому реально это интересно. Вот если вы реально хотите, блин, идите. Если у вас какие-то есть сомнения, что это, а зачем мне это, блин, не идите. И меня поразило то, что вот на встрече в Киеве были люди, которые меня смотрят с 3000 подписчиков, с 5000 подписчиков, которые были со мной с самого-самого-самого начала. И вот тем ребятам реально это интересно, потому что они полностью видели весь мой рост. Там, походу, не было ни одного человека, который меня знает уже с нового названия, с названия Инстардинг. Там именно все люди, которые знали рэпера-трейдера, именно все. И вот я еще очень боялся, как люди воспримут мою информацию, потому что я переживал, чтобы все классно было с организацией. Огромное, кстати, спасибо, любимая. Поставьте лайк, любимая, потому что она это все организовала, она это все сделала. Спасибо тебе большое, я очень тебя люблю. Я переживал за то, чтобы люди реально поддержали вот то, что я хочу им дать. Не то, чтобы поддержали, а как бы прониклись этим и приняли, вот именно приняли то, что пытаюсь я им дать, то, что я пытаюсь им сказать, и они реально это все приняли не то чтобы на 100%, а на 110%. Реально была такая вовлеченность. Огромное вам спасибо, народ. Все, не буду затягивать разговор, переходим к торговле. Итак, погнали. Что мы здесь видим? Здесь все очень просто. Уровень поддержки, уровень сопротивления. Нам нужно дождаться хорошую точку и заходим в позицию. Вот. Отличная вроде бы точка. Я заключаю сделку на повышение. Люди просили записать торговлю по тиковому графику. Вот торговля по тиковому графику. Здесь, я вам скажу сразу, не очень хорошая ситуация. Сейчас часто такие ситуации на евро-долларе. Кто мог заметить, особенно ночью такие ситуации. Когда я заходил, видите, все вроде бы было нормально, но вот, случаются непонятные просадки, идут ниже определенного коридора, я еще заключаю позицию, видите, по 10 тысяч. Вот, смотрите наш коридор, вот я корректирую уровень поддержки, вы видите, что от уровня сопротивления торговать вообще опасно, и там непонятно, что творится. Там у нас 50 на 50 лотерея, в принципе, и здесь у нас уже получается лотерея. Смотрите, опять график выстреливает, вернее, цена выстреливает. Вот, здесь опасная позиция. И что у нас здесь? Закрывают в плюс, в один пункт. Хорошо, идем дальше. Вроде бы здесь, да, я подкорректировал уровень поддержки. Думаю, что все здесь будет отлично. Случилась определенная просадка, и сейчас цена должна пойти вверх. Но не тут-то было. Видите, опять скачок вниз. Вот, опять непонятная ситуация, и что? И опять закрывают плюс в один пункт. Все, уходим с этой валютной пары. Здесь у нас лотерея. Вот, отличная валютная пара, доллар. Новый мексиканский песо, я заключаю сделку на повышение. Здесь все понятно. В этой ситуации очень много подписчиков заработали. Очень много подписчиков прислали мне скрины. Именно на этой валютной паре очень часто такие ситуации. Смотрите, я заключаю 3 сделки в отличной позиции. И цена выстреливает. Смотрите предыдущие ситуации. Как же здесь все просто. Вот такие вот ситуации случаются именно на бинарных опционах. Потому что вы только здесь можете увеличить сам график до 5 минут, до 3 минут и разглядеть полностью самые-самые максимальные пики или просадки. Видите, да? Вот, я увеличил, да? И уже видны все ситуации. Так, здесь все отлично. Сделки закрываются в плюс. Я подумал, отличная ситуация, можно здесь зарабатывать. Смотрим, да? Вот красная стрелочка, это 1 минута. Смотрите, везде сделки бы зашли, как все просто. 6 ситуаций и везде был плюс. Вот, смотрите, скрин подписчика или подписчицы. Много кто зарабатывал в такой ситуации. Много было багов на такой ситуации.
Опять же, жду. Вот, отличная просадка, успеваю заключить сделки. Если вы не успеваете заключить сделки вот в таких позициях, вы можете выставлять заявки, там тоже все будет очень просто. От определенного уровня. И они автоматически будут заключаться сделки. Вот, видите, я не увидел, что процент у нас уже 10%. Потому что Олимп часто палит такую тему. Там много было ситуаций, в которых подписчики зарабатывали. Было очень много багов, в которых люди отменяют сделку. А эта сделка им засчитывается как плюсовая. И они это все рассказывают. Не рассказывайте это, просто себе зарабатывайте. Потому что много всяких мудаков сидит с Олимпа. У нас в закрытой группе это все палит. Они урезают проценты. Потому что на таких ситуациях очень много людей зарабатывает. И здесь все очень просто. Просто проводите анализ. Находите такие ситуации, пролистывайте графики, находите время, анализируйте и тупо торгуйте по таким ситуациям. Вот здесь, смотрите, в один пункт закрываю. Я уже вижу, что эти ситуации участились, и я принимаю решение уйти с рынка. Что у нас? 6 сделок, 5 плюсов, 1 минус, плюс 28 тысяч. Шикарный результат, часовой пояс плюс 3 по Москве, проверяйте все мои сделки. Вот такая вот ситуация, и на этом моменте я принимаю решение уйти с рынка. Итак, давайте подведем итог. Что вы увидели только что в этой ситуации? Да, в первых сделках мне, может быть, повезло, но вот такие вот ситуации, их просто нужно ловить. Они очень часто случаются. Просто проводите анализ. Пролистывайте, пролистывайте, пролистывайте график. Записывайте себе вот именно когда, в какое время были эти ситуации. Просто заходите по ним, торгуйте, и все сделки будут заходить в плюс. Вы видели скрины людей, вы видели мои сделки. Все сделки будут заходить в плюс. Не нужно никаких догонов, никакого мартингейла. Просто словили хорошую ситуацию, заработали. Да, на последних сделках у вас уже будут просадки. Отрабатывайте ситуацию до конца. Как я делаю? Я отрабатываю ее до конца. Я торгую до тех пор, пока вот у меня минусовая сделка не случится. Все, тогда я выхожу. Итак, на этом я с вами буду прощаться. А кто хотел больше торговли, подписывайтесь на мой новый канал. Первая ссылка в описании. Там торговля моих подписчиков. Там будут мои стримы. Там торговля будет выходить чуть ли не каждый день. Это мой новый проект. Люди скидывают видео, люди просто уже скидывают видео. Люди говорят, блин, я хочу поделиться с людьми своим видео. Посмотри, я смотрю, если это видео реально качественно, если там человек правильно анализирует, правильно заходит в сделки, я это видео публикую. Так что там вы многому можете научиться. Там реально интересные есть видосы, там есть интересные советы, как подписчики пользуются мани-менеджментом, как они пользуются догонами, какие они фишки применяют, какие индикаторы. Там реально очень много интересной информации. Также, чтобы не засорять вот свой основной канал, на новом канале я буду проводить стримы. В основном, я думаю, эти стримы буду я проводить ночью. В то время, когда у меня рождаются идеи, когда у меня максимальная продуктивность, это с 12 ночи до 4 ночи. Может быть, в это время я буду проводить свои стримы. Я буду отключать чат, потому что я уже говорил, что я должен быть максимально сконцентрирован. 80% у меня анализ, 20% торговля. Четкий сигнал находишь, заключаешь, зарабатываешь, уходишь. Вот и все. Я, блин, смотрел передачу по Discovery или по National Geographic, не помню. Там орел или сова, как она охотится. Она сидит у реки, наверное, все-таки орел. Сидит он у реки и 4 часа. Вот в среднем он 4 часа сидит, чтобы словить рыбу. Сидит он просто как статуя вот. На эти 4 часа он просто не движется. Он просто ожидает, ожидает, ожидает. Только вот проплывает вот рыба, он делает один точный бросок и ловит свою жертву. Комментаторы там рассказывали, как они наблюдали за этой птицей, то есть они ставили камеру и просто за ней следили. Так что четкая дисциплина и терпение. Все, и вы будете в плюсе. Также хочу вас всех пригласить в свою бесплатную группу по заработку, где я каждый день торгую и даю сигналы. Каждый день с 17 часов по Москве. Вторая ссылка в описании. Вход абсолютно бесплатный. Также смотрите полностью всю статистику моих сигналов именно из закрытой группы. Третья ссылка в описании, там телеграм-канал, доступ открыт полностью для всех. Также подписывайтесь на инстаграм, на телеграм, ну и самое главное, не забудьте подписаться на канал и поставить этому видео лайк. Всем удачной торговли, люблю, целую, пока!